насколько я знаю на сегодняшний момент, не знаю, насколько верна эта информация, что Вселенная, она не бесконечна. У нее есть края, она выглядит так желеобразная такая как бы масса, которая находится в неком вакууме, вращается. Ученые уже рассчитали от края до края там расстояние, то есть сделали 3D-вселенную. Я видел это в интернете, по-моему, даже. Как я представляю Вселенную? Это вопросы, которые человеческий мозг не может воспринять. Вот вчера, когда мы это обсуждали, человек сказал, что если об этом очень глубоко задумываться, можно сойти с ума, потому что есть ограничения на понимание определенных вещей. Потому что если бы мы все понимали, сейчас бы мы не сидели здесь, бы не общались. И вокруг бы этого всего не было. Поэтому это не надо понимать. Надо понимать другие вещи, которые более важны.